Всем привет-привет, мои хорошие, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. И сегодня я хочу показать вам, что же у нас осталось в наличии от азиатского поставщика Микки Орхид. Итак, давайте же посмотрим наш альбомчик в наличии. Остались замечательные сорта, очень хорошие. Мною они уже все обработанные. В каком плане обработанные? То есть политые, напоенные, просмотренные. То есть в наличии остались самые-самые хорошие сорта. Это не означает, что были отправлены самые плохие сорта. Нет, конечно. Просто сейчас у меня было побольше возможностей, и я смогла каждый из них просмотреть. Кого-то побольше полить, кого-то поменьше напоить. И правильно уставить, уложить для ожидания своей новой хозяйки или хозяина. И вот такие вот замечательные сорта у нас остались в наличии. Это видео будет из двух частей. Вот первая часть — альбом в наличии, а вторая часть будет по альбому предзаказ номер 7, который сейчас мы будем собирать, и поступит он к нам в сентябре. И также начнутся очень быстро-быстро отправочки по домам. Все вы знаете, кто со мной давно, что отправки у меня очень быстрые, очень качественные и никогда не заставляет вас ждать очень долго. Точнее, я не заставляю вас ждать очень долго. Поэтому можно спокойно заказывать, бронировать. Если у кого-то вдруг уже в сентябре будет холодно, значит, отправочки будут с утеплением. Это даже не обсуждается, а утепление обязательно будет. Биг Бены будут по сорту цвести, кстати, которые есть у нас в наличии. Вот такие вот красавицы. Послушайте маленько музыку. И далее будет 7-й альбом. Thank you.
вот заканчивается у нас альбомчик в наличии, начинается предзаказ номер 7. Очень просто, вы сейчас скажете, а как же сделать заказ? Очень просто. В начале каждого альбома, что альбом сопутствующие товары, что альбом в наличии, что предзаказ. Первое фото каждого альбома – это условия заказа и реквизиты. Всего лишь надо открыть первое фото в альбоме, зайти в него и почитать все внимательно. Все-все там написано. Сделать заказ очень просто. Поставили бронь под фото, продублировали номера, которые написаны под фотографией в личный смс в Одноклассниках, оплатили и ждете, когда вам ответят и оформят ваш заказ. Приятного вам просмотра и всем пока! Не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал.